Доброго времени суток, хотел сказать добрый вечер, у кого-то это не вечер. Давайте посмотрим такой вопрос, разведется ли он с женой. Еще такой запрос у нас поступил, разведется ли он с женой. Хочу всем принести свои слова благодарности за то, что вы выбираете меня, подписывайтесь на мой канал, да, развивается он все-таки, смотрю, он растет, подписчики добавляются, комментируют, я так этому очень рада. Рада, что заходят мои расклады общие, вы обращаетесь за личными, также очень много людей обратилось за диагностикой на воске. Да, за чистками, за обрядами. Я очень рада и благодарю за то, что вы благодарите меня, да, даря мне на карту любую сумму денег, да, которую вы решите, да, меня так отблагодарить. Вот. Поэтому еще раз приношу вам свои благодарности. Расклад общий. Давайте посмотрим. Разведется ли он с женой? Загадайте человека и давайте посмотрим, разведется ли он с женой. Погнали. Девочки, если срочно, вот прямо сейчас ответить на этот вопрос, то я не вижу ответа, что он разведется. Человек это очень долгий. Человек вообще долго приходит к какому-либо решению. И сейчас на данный, да, промежуток времени человек находится в тоске. Что-то случилось у него. Может быть, обстановка такая. Может, по работе что-то. Да, может быть, жизненная ситуация какая-то. Когда человек почему-то немножко загрустил. Да. Сам по себе человек медлительный. И еще к тому же вот загрустнулась. Человек тут вышел у нас, рыцарь Пентаклей. Человек не бедный, да. Человек в достатке. Человек уже с каким-то опытом. Человек к чему-то стремится, да. Может быть, достигает каких-то уже успехов, высот. Может, по карьерной лестнице. Но сам по себе человек очень долгий, девочки. Прямо очень. Давайте посмотрим, да. Разведется ли он с женой? Девочки, сам могу сказать точно, что они с женой над отношениями работают, выясняют какие-то проблемы, какие-то ситуации, да, жизненные. Может быть, как бы, может быть, кто-то там или как-то где-то кто-то видит, что у них все кончено, но нет, девочки, нет, у них ситуация подвешена, Для него эта женщина все-таки она главная в жизни, он ее выделяет. И семья для него, видимо, тоже не пустое место, но пусть даже человек может быть гулящий, да, ходящий, но они работают, понимаете? У них союз, они все-таки работают над отношениями. И заканчивать они их ни в коем случае как бы не хотят. Да, ситуация подвисла, зависла и неприятная, скорее всего. Может быть, какие-то проблемы. Либо прошло сколько-то лет, люди пообвыклись, уже что-то не замечают друг друга, да, поднадоели немножко. У кого-то там где-то какая-то связь на стороне, раз спрашивает женщина, видимо, была. Поэтому не вижу развода. Да, все обострено, но ситуация острая, так сказать. Но, девочки, здесь будет разрешение конфликта. И развода здесь не будет, не ждите. Здесь будет, так сказать, там, по тузу мечей, да, вот именно какой-то импульс, какое-то решение. Люди увидят, да, возможность, как дальше им идти вместе. Люди будут идти вместе. Не будет развода, девочки, мальчики. Поэтому даже и не ждите.